В республике стартовал месячник бурятского языка. Мероприятие традиционно проводится в октябре. На протяжении этого времени в детских садах и школах проводят интеллектуально-познавательные игры, фестивали, викторины и олимпиады. Так, сегодня на базе школы номер 35 состоялся конкурс чтецов, посвященный столетию основания Бурятии. Валерия – ученица 6 класса. Девочка признается, стихи на бурятском языке – ее любимые. Учить их приходится часто. И не потому, что заставляют, а потому, что искренне нравится. Я сегодня рассказывала стихотворение про мою родину, про Аягангу, про прекрасные виды, прекрасную природу, которая окружает меня. Вот мне очень нравится это стихотворение. Люблю его, обожаю всем сердцем. Вы долго учу? Не совсем, просто я с душой прочитала его несколько раз, мне прям вникло в него сразу, мне оно очень понравилось. Будущие поэты и читатели с малых лет овладевают тонкостями сочинительного труда. В конкурсе приняли участие около 40 детей из 37 школ города. Авторские произведения, которые написали дети сами. Мы, конечно, такие будем поощрять таких детей, которые проявляют интерес к бурятскому языку, пишут даже стихотворения. Победители отберут в двух возрастных категориях. Награждение пройдет 25 октября. Анастасия Брянская, Руслан Хиртуев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».